Все пропало. Похоже, что рай на земле не наступит. То случится война, то спалят суховеи поля. Катаклизмы в природе с людским скудоумием вкупе не оставили шансов несчастной планете Земля. Птицы мечутся с юга на север бессмысленной стаи, но похоже, что сгинут во мраке грядущих веков. Белый буйвол и синий орел, и форель золотая, вместе с множеством прочих полезных и добрых зверьков. Стадо горных козлов окончательно всех забодало. Все бессмысленней песни, все хуже плохое кино. Самых светлых надежд человечество не оправдало. И исчезнуть теперь за ненужностью обречено. В общем, дело дошло до последней ступени маразма. И логично бы было обматывать шею пеньком. Отчего же суровой реальности несообразно? Я как Гена в мультфильме, все время веселый такой. Мне не страшен ни горный козел, ни мятежный повстанец, ни взбесившийся климат, страну погрузивший в бурку. Мне не нужен ваш цирк дю солей, покажите мне палец. Вы постигнете смысл выражения «ржу не могу». Я не псих, у меня лишь чуть-чуть что-то где-то замкнулось и стремительно на бок уехала, треснув по шуб. С той секунды, как ты оглянулась и мне улыбнулась, чтоб я понял, зачем на земле этой мрачной живу. Где-то замкнулась и стремительно на бок уехала, треснув по шву. С той секунды, как ты оглянулась и мне улыбнулась, чтоб я понял, зачем на земле этой мрачной живу. Чтоб я понял, зачем на земле этой мрачной живу. Чтоб я понял, зачем на земле этой мрачной живу.